Чё ты не дохнешь? По мне стреляет. Гранату мне кинул. Чё? Странный мужчина. Нифига не понял, что он хотел добиться. А, он тоже маленький левел, понятно. Он, походу, в принципе не понимал, что происходит. Спасибо. Спокойно, ребятишки, вы шо, ну? Как вариант. Прям вот вообще не удивлюсь. Хэкер, кстати, вот, типа... Хороший, кстати, хэкер. Надо брать его по любасу. Чё-то их там до хера, по-моему. Я просто пойду, наверное. Походу, шарик-то занят уже, ребята. Сейчас посмотрим. Иди на новый выход. Да нахер он нужен? Он темный, блин. Там этих профессионалов сидячих, да? На каждом углом сидят. Мы сейчас как мужики выйдем просто. Бля, как там вверх подниматься? Я забыл, как вверх подниматься. Все. Что вы боитесь, чатик? Тихо, ребят. Один. Их там трое, что ли? В натуре их там трое, парни. Секундочку, секундочку. Так. Еще один минус. You.
Е0, ребят. Но у него реально СКС, по-моему. Он вот этого чувака, короче, убил. Вот этого чувака. И залег там покэмпить с СКС-очкой просто. Видите, СКС-ка. Я думаю, без толку туда лезть, просто на выход пойдем. Тем более уже накрывает. Тибасы мы уже сделали, все нормально, парни. Что у нас получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек убили. Как бы неплохо, по-моему. После недели-то перерыва, недельного перерыва. Вот. Твое лицо, когда хозяин наконец-то приехал спустя неделю из отпуска домой, наконец-то. Где он, блин? Что там в чате за фигня? Вейкер, ты тут почисти чатик, пожалуйста. Что там за ерунда? Что-то, кстати, челик-то затих. Беги, алё. Да, на крыше. Как моя хае его не убила тогда? Ребят. Где он там запрятался, блин? Понял? Многое объясняет. Прям подо мной вот тут ходят. Вот она, СВД. За камень ушел, падла. Должен быть мертвый, после такого не живут. Сделаем вот так. Легким движением руки. Прячем нашу броню разгрузку. РПК игольники? В РПК, да, игольники. Там просто про АКМ спрашивали. Или вы про что, парни? Изогнутый экран. Все. Там таких. Ну, один такой. Такой один. По сути, монитор. Вроде. По-моему, одного убил, один в кустах. Блин, нахер. Идите, он мне в башку попал, когда я за стеной уже был.
Причем этот чел, он даже не с ними, походу. Он еще сам по себе, судя по всему. О! Спокойно, бля. Лови. Подарок тебе. Так, этот мертвый. Надо того идти дожимать. Сука. Он в кустах сидел все это время где-то вот тут. Блять, он там лутает, что-то ходит. Ты нормальный вообще, нет? Готовы? Раз, два, три. Так, остался челик, который в кустах сидит. Насколько я понимаю. Куда ты пошел, блин, болезный? Успокойся уже. Так, пора патрон докидывать. Это уже магазины все полупустые. То есть он все это время просто в кусту сидел, понимаете? Просто чел играл, вот максимальный геймплей просто челик. Делать этот один хер никто не найдет. Кто там по дереву, кстати, гуляет у нас. Понял. Понял. А, у меня броня 22 хп осталось. Еще такого одного седока я лишусь брони. Кто там ходит по дереву? А, и звездочка пропала. Пить еще и взять уже Ти-Айку, чтобы наверняка, так скажем. Блин, тут лечь нельзя в этих кустах. Если он на БПшках, то это, конечно, красота. О, на БПшках. Только у него один магазин, правда. Остальные, наверное, в подсумок спрятал. А, так у него полный барабан на БПшках, скорее всего. Точно. Там. Тут сломалось, короче. Пойдет. Сука.
Отдохни, друг. Бедная моя броня, 15 хп уже осталось у брони. Отдыхаешь? Хорошо, что отдыхаешь. Это купил сик, он обменивается у егеря. Там всякие штуки для него надо. Придут новые, кстати. Я бы взял, если честно. Я же вот этого дядю забыл посмотреть еще. 28. Ага. Они хотели запутать, короче, да? Никнеймы одинаковые ставят. Прям какой-то клуб любителей АКМов, короче, тут пацанов. Wonder what's around here. Come out, you coward! Damn Ivans! Так отдохнул. Отдохнул хорошо, спасибо. Отдохнули мы хорошо. Ну, что, раз, два, три, четыре, пять типов. Просто пять типов. То есть фулл пати тут было, получается. Фулл пати мы захерачили. Особенно прикольно вот этому залетело, который такой смотрит в окошечко. Я чисто такой с полароидом, такой, знаете, так из угла выглядываю, так чик-чик. Сразу так фотографию ему распечатал, просто его лица.